Мальчики и девочки, приветствую вас на канале Dive Ukraine Film. Я Павел Богдан, и сегодня 19 ноября 2019 года. Мы отправляемся в Албанию. Старт нашего путешествия происходит в самом крупном киевском дайв-центре. Это дайв-центр Dive Point. Посмотрите, сколько здесь есть интересных вещей. Каждый для себя найдет здесь что-то очень интересное. Если вы хотите научиться дайвингу, тоже рекомендую, приходите, вас обучат профессиональные инструктора. Начиная от любительского дайвинга, заканчивая техническим дайвингом, есть все оборудование, возможности. Добро пожаловать! А теперь вернемся к цели нашей поездки. Цель нашей поездки — это город Саранда. Город Саранда находится в Албании, недалеко от границы с Грецией. Поэтому, чтобы туда попасть, мы проедем Молдавию, Румынию, Болгарию, Грецию. Из Греции заедем в город Саранда. Албания — это вообще самая крайняя точка Европы, находящаяся на Адриатическом и Ионическом море. Я думаю, что будет интересно. По мере возможности я буду делать коротенькие ролики, которые буду выкладывать на канале. Чтобы быть в курсе, подписывайтесь на канал. Внизу кнопочка подписаться и колокольчик. Вам будут приходить уведомления, и вы будете в курсе нашего путешествия. Я буду монтировать коротенькие ролики по мере возможности и размещать их на канале. Надеюсь, это будет очень интересная поездка. И обязательно по окончанию поездки я смонтирую фильм, который вы тоже увидите на канале Dive Ukraine Film. Оставайтесь с нами будет интересно. И самое главное, я желаю вам море любви и океан позитива. До новых встреч!